До начала боя на... А, нет, у нас уже открылись ворота, и участники вышли. Отлично. Варлок устанавливает свои врата, устанавливает свой портал. Воин бежит к Локу. И чардж пошел. Тут же Седакт, Штормболт, Тринкет. Тринкет, Седакт, удар колосса, заезд от Вара. Варлок использует щиток и пока что успешно поглощает получаемый дэмэдж. Стан после этого Soulbound был прокастован. Портает Варлок своего противника от себя. Также Узы Скверны наносят неплохой дэмэдж. Риталу нажимает воин. Не может пока что закрепиться на Локе. Кобре успешно лосает своего противника. Использует код. После этого Shadow Fury. После этого House Bolt выбрасывает чернокнижник. У воина уже нету никакого хп. И, видимо, так он и умрет. Да, погибает воин. Победа Кобре. Уже бой начался, ребятки. Дестра Варлок Кобре против Мутилейт разбойника Рву Кишку. Сап получает Кобре. И заезд от разбойника. Еще один сап. И пошел. Чипшот, Гаротта, Варлок нажимает щиток, Седакт, Тринкет, точнее, воткнул Седакт Рву Кишку, получает фулл койл, после этого Иммолейт, также Узы Скверны по разбойнику, взрываются Узы, нанеся умеренный дэмэдж, Рога отдает эвэйжн, но пока что догнать Варлока не получается, короткий киднэй, который Варлок тринканул, к сожалению, на мой взгляд, это к сожалению было. Открыты врата, был закинут инфернал, разбойник под клоком туннелит сворожника. Ребята, это не саб-рога, это мути-рога, поэтому он туннелящим уроном обладает. Ванишит рога, но бурстовым тоже он обладает нихуевым, мне кажется, больше, чем саб сейчас дамажит на бурстах. Седакт по рву кишку, еще один иммолейт, прокает чедес, но это уже разбойника не спасет. Победа Кобре. До открытия ворот Кобре, Дестра Варлок против онли Дема, Дема Варлока. Открылись ворота, и участники вышли на арену. Спасибо большое за музыку. Седакт получает онли Дема. Кобре ловит стан в каст у Скверны. Койл после этого. Дема Лок начинает спамить свои невероятные контроли. Призываются пэты. Порт от Обзервера. Также Койл теперь уже по Дема Варлоку. Тринкет Кайла. Призыв Тирана. Падает Инфернал с неба. Но Тиран был... уже призван, правда, Инфернал и его оглушил тоже. Кобре уходит за колонну. Дуэль двух чернокнижников. По-моему, чернокнижник сейчас самый сильный класс дуэля, мне так показалось. А стан по Кобре. Минус 40 действует на Варлока Кобре, но он получает фулл фир. Питомец крутит вертуху. Ребята, большая просьба, выходите с арены. Кто помогает регаться, ребят, ливайте арену. Кто помогает регаться, ливаем арену. Не стоим, не смотрим. Выходим, смотрим на стриме. Обмен контролем со стороны обоих варлоков. Очень много урона летит всегда. Посмотрите, просто бредятина какая. Его прям трясет, блядь. Причина тряски какова? А то, что всегда, блядь, можно дамажить. Вот в чем причина тряски. Стан, хаусболт. Дебилизм сейчас был. 19% ослабления и стрима. Он для Дема больше нету хп. Седакт. Щиток уже на таком хп почти ничего не абсорбит. И победа Кобре. Победа Кобре. Медивер играет от Пилара. Был установлен портал. После этого Драгон Бриз получает Кобре. Также, ну вот это комба, но Кобре успевает портнуть из-под нее. Во, ребята, красавцы, красавцы. И Малейт кик в каст получает Кобре. Леда, когда вернешься в турнир? Или ты играешь сейчас на актуале? Были прикастованы Узы Скверны. Падает Инфернал. Shifting Power прокастовывает Медивера. Койл по магу. После этого Фирфул. Также и Малейт, Конфларгейт. Открыты порталы. Пошел урон. Драгон Бриз ловит Варлок. Здесь уже магу приходится не сладко, ребята. Арбу закидывает Медивера, продолжает терять хп очень серьезно. Альтер Тайм был нажат магом, но запас здоровья уже довольно-таки низкий. Седакт по Медивере. Были прокастованы Узы Скверны. Кобре просто портится, чтобы кастовать. Иммолейт. Медивера не хочет выходить из Узы Скверны и правильно делает. Очень мало хп при этом у Кобре. Неужели все-таки вытащит? Нет. Варлок использует свой камень здоровья, после этого щиток. У мага также очень мало хп, но он еще не блокал ни разу. Вот первый блок пошел. Первый блок, который захилит мага почти на фулл столб. Ну давай, Леда, если что, я тут вернулся на актуал, турниры буду делать снова. Асфиксия, говорю, Седакт по
Медивире после этого эфира. Ну, я сам полгода на хардкоре играл. Хаосболт выбрасывает Кобре. После этого Конфларгейт минус 40 использует Кобре. Маг пытается уйти. Ой-ой-ой-ой-ой. Очень неприятно. Еще 7 секунд КД на блок. Нету ХП и побеждает Кобре. Блять, ну что у нас, одни варлоки в финале? Боже мой. Дестра варлок Кобре против дема варлока Хайеки. Открылись ворота, участники вышли. Итак, рефлект от Кобре. Хайека уже одолел, ну, наверное, одного из самых сильных дестроварлоков. Вообще, в принципе, только что. Посмотрим, удастся ли ему одолеть Кобре. Может, Кобре жестче, чем Крайзи? Кто знает. Инфернал падает на Хайеку. После этого узы скверны были прикосновены. Хайека использует портал. Ну и плевать ему на узы, он под щитком. Призван тиран, койл, тринкет, кайла, минус 40 действует на Кобре, Кобре отступает за пилар. Итак, снова два участника дуэли сходятся на ближней дистанции, стан по Кобре, Хайека спамит урон по своему противнику и малейт под седак, но Кобре уже очень большие проблемы с здоровьем, надо еще камень успеть сожрать, сжирает камень Кобре. Щитка пока что, видимо, нет, минус 40 действует на Хайеку, очень агрессивный этап дуэли, но Хайека тоже съедает камень. Еще и прерывает каст хаос болта тем, что портится, у Кобре больше нету ХП. Победа Хайека. Все-таки Хайека побеждает. Кобре. Дестра Варлок против Крайзера. Дестра Варлока. Ну, это, говорю, это вообще, наверное, самый сложный, может быть, ну, лог вот в дуэли именно. Потому что чел, мало того, что там с опытом арены 3600, а ВЦшник еще и дуэлится постоянно. Он прям супер хорош. Но нет противника достойнее. Вот что сейчас Кобре будет делать в полном зеркале против Крайзера? Вот это вопрос. Ну, Кобре тоже не хуем делан, раз он дошел до финала. Итак, начинается файт, обмен с седактами. Причем Кобре седак тринканул, он его воткнул. А вот Крайзер стоял фул. А, нет, в итоге тоже тринканул, но он тринканул уже, по-моему, не седак. Блять, окей, спам обилок, просто невозможно комментировать. Крайзер под действием щитка, также и Кобре под действием щитка тоже. Вратами Крайзер уходит за колонну, использует портал. Дуэльный чел пришел, но он умер. Но он не выиграл. Седакт по Кобре. Спецэффект из Голливуда. Открылись порталы, дэмэдж по Кобре летит. Но и Крайзер сам теряет ХП. Минус 40 используют оба варлока. Инфернал прерывает каст Кобре. Стан по Крайзеру. Крайзер под действием рефлекта. После этого Крайзер получает фир. Туда хаосболт. Седакт по Кобре. Крайзер выходит на линию, продолжает терять ХП, койл и что-то фир, окей, фир сюда заходит, и малейт, после этого узы скверны, Кобре уже портнулся из них. Короткий седак по Крайзеру, мало-мало здоровья у Кобре, камень здоровья регенит тоже немного, но и у Крайзера нету пока что камня, стан по Кобре, хаосболт, что-то Крайзер неуверенно его кастовал, все-таки выиграл Крайзер. Все-таки побеждает Крайзер, ребята. Кобре, опять же, спасибо большое за участие, ты тоже был сегодня очень хорош. Почти занял призовое место. Почти не ушел с пустыми руками с этого турнира. Но я тебе скажу так, ну ты, наверное, уже слышал, этот варлок прям супер хорош. Но, тем не менее, выбились достойно и выиграл он на тоненького. Поэтому, на самом деле, да, бой ты дал более чем. Очень круто, спасибо большое, Кобре. Буду рад тебя видеть на ивентах еще. Это действительно было очень хорошо, тут точно нечему расстраиваться. Это был прям супер хороший, супер опытный противник. Здесь расстраиваться было нечему.